Всем привет! На улице жара, и мы в очередной раз поехали отдыхать все вместе с нашими друзьями. Выбрали солнечную долину, нереально красивое место, свежий воздух, на территории рестораны, кафе, большие домики для гостей и, конечно же, большой отель. Мы снимали дом на 3 семьи сразу, заселились. Дом, кстати, двухэтажный, большой балкон. Балкон выходит с видом на отель и на пляж. Очень сильно хотели кушать, поэтому мы быстренько перекусили. Давай готовить салат. Отдыхающих, конечно же, здесь очень много. Еще приготовили на ужин вот такую вот вкусняшку, рулетики. Дети быстро убежали купаться. Вода, конечно, холодная, но так все отлично. Сделали пару красивых фотографий. Мы ездили в будни и дом снимали на одни сутки. В выходные, получается, дом сдают только от 2 суток. И цена, естественно, дороже. Очень все чисто, цивильно, территория ухоженная. Прямо в отеле есть закрытый бассейн. А домики расположены рядом с пляжем. Выходишь, вот, пожалуйста, пляж, песчаный берег. Уже вечером, когда солнце село, мы решили прогуляться вокруг пруда. Очень красиво. Прохладно, правда, и комары сожрали нас. Поэтому, если поедете, то обязательно берите с собой брызгалку от комаров. На другом берегу расположены беседки с мангальной зоной. Не успели проснуться, с утра уже пошли на пляж. Ну, вода, конечно, правда, холодная, детям понравилось.